Всем привет, ребятки, вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Stickman. Побег из тюрьмы. Давайте. Так, 85-й уровень у нас маскировка. А, это бандиты бегают, смотри. А в смысле, почему он умер? Так, видимо... Не понял. Подожди. Так, эти чуваки... Понял. Они когда поворачиваются на тебя, они тебя могут не заметить и не убить. Так, ладненько. Прыгаем. Так, этот чувак смотрит на меня, видишь? Там можно было без этого всего, я думаю, справиться. Видишь? Опля! Маскировочка. Хорошо. Это мы здесь спрятались от этих бандитов. Так, забираем ключик. Все. Теперь убегаем. Все, убежали. В принципе, несложно было. Так, система телепортов. Ух ты, нифига. Вон она как работает. Нифига себе. Сложно. Так, ладно. Сейчас вроде бы разберемся. Так, а с этими как? Что делать-то? Что с этими телепортами-то делать? Непонятно. Все. Нормально, фух. Я думал, прям система телепортов прям такое сложное. Нет, нормально. Легкая как перышко, 87 уровень. Ох, нифига. Легкая как перышко называется. Так, и все, и что, и дальше, и все, что ли, мы проиграли? Я так понял, легкая как перышко, вот эта штука. Вот эта штука, которая... платформа, она очень таки... очень легкая, поэтому... надо аккуратно здесь... на него вставать и быстренько прыгать. Потому что она очень легкая. Легкая как перышко. Так, вроде бы и все, да? Это тоже такая же собака. Сложная. Я думал, все будет легко. Нифига. Нифига, ребятушки. Здесь надо очень аккуратно. Так, ладненько. Так, а здесь как с этим-то быть? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я даже не забрал. Ладно, сейчас мы сделаем по-другому. Опа, да я ж там не наступал на желе, на куле. Я ж на куле не наступал, что оно-то? Сломалось. Ладно. Сейчас посмотрим, еще раз попробуем. Как же я перепрыгнуть-то, вот вопрос. Я примерно понял как. Вот так. Ой, хорошо. Нормально, хук, легко было, вроде бы как. Так, называется новый уровень, 88-й, попрыгаем. Прыгалки, значит, да? Некоторые прыгалки сильно прыгают, некоторые не сильно. Так, это сильно прыгает. Это не сильно. Это у нас тоже не сильно. Это сильно. Так, ладно. Так, это прям очень сильно. Да как так? Ну, вот это вот сильно прыгает, а вот это нет. Вторая от этой бочки сильно прыгает. Ё-моё, да что ж такое-то? Так, здесь надо аккуратно. Так, эти не сильно прыгают, а вот... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нифига она не сильно прыгает. Сильно прыгает, ребята. Вот я не хочу прыгать. Я уже прыгать не хочу. Не надо меня заставлять. Да, вот это вот очень-очень прыгучая штука. Да, они все прыгучие. Прям вообще, смотри. И вот это маленькая прыгучесть у нее. А вот здесь сильная. Ладно, сделаем по-другому немножко. Вот так вот. Опля! Так, а это как прыгает? Это не сильно прыгает. Это тоже не сильно, вроде бы как. Куда я там запрыгнул?
Так это не сильно прыгает, вот это посередине опасное. На нее не надо наступать. Да ё-моё, что такое? Так, это тоже не сильное. А вот это как раз мне такая нужна. Так, тихо. Вот здесь нормально прыгает. Посередине вообще наступать нельзя. Так прыгнет, что аж бошку себе расшибешь. Поэтому... надо аккуратно. Так, это сильно прыгает. Вот это уже не сильно. Слушай, знаешь, как мы сделаем? Мы отсюда вот перепрыгнем. А, нет! Не получится так отсюда. Ё-моё. Так, это сильно прыгает. А вот это должна не сильно прыгать. Вот. Нормально. Вторая вот здесь, я не помню, как прыгает. Опа, все, убежали мы с этой. Вообще сложный был уровень. По следам. А, нам нужно на вот эти вот зеленые штучки наступать. А вот здесь мы почему-то умираем, я не знаю почему. Ладно, ладно, будем тогда по этим следам прыгать. Ничего страшного. Ой-ой-ой-ой-ой, наступил я. Ребята, ну это я нечаянно сделал. Не специально. Я все нащупываю, где можно наступать. Ладно, надо представить, что серая это пропасть. И на серое не наступать. Тогда будет нормально все. Вот так вот. Все замечательно. Хорошо. Ай-яй-яй-яй. Так, все, открыли замочек. Теперь аккуратненько прыгаем. Все, вроде бы все, прошли уровень 89. 90-й, лишняя веревка. Лишняя веревка, что тут лишнего? Ладно. Подумаем, посмотрим. Так, а почему ничего не нажимается? Да, я посмотрю. Нет. А, смотри. Вон оно что. Мы огнем, получается, убрали. Убрали эту веревку. И можем теперь так просто прыгнуть. Вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай еще раз. Лишняя веревка. А, огнем, я забыл. Все, сожгли. Так, ему ничего от огня не делается. Хорошо. Ага. Прыгаем. Все, замечательно. Теперь уходим с этого странного уровня, ребята. А, 91-й. Очень острый. Ну, если очень острые, значит, реально, ребятушки, они очень острые. Давайте. Оп, пробежали. Так, а здесь что у нас как? Так, аккуратненько, быстренько. Все отлично. Очень острые. Давайте подождем, пускай она в эту сторону пройдет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, быстрее. Очень острые. Так, ладно, все, нормально. Так, ждем. Давайте здесь подождем. Все, она сейчас прошла. Быстренько пробегаем. Хорошо. Мы даже с вами, ребята, не попробовали, как она острая. Ну, как острая, он просто умрет и все. Видео наблюдение. А, это, наверное... А, нет, смотри. Так. Ага, обнаружили меня, да? Нифига себе. Так, все, пропадает. Ой-ой-ой-ой. Когда она красная, тогда она вот тебя заметит. А когда она начинает тускнеть, то... Ага, в смысле? Когда она тускнеть начинает? Да почему? Это там что? Несколько секунд нам дают? Все. Так, фух, успели. А, мы так можем пробежать. Хорошо. А, теперь нужно ждать, пока она выключится. Ждем. Так, ну все, вроде бы выключилось. Так, открываем и заходим сюда. Здесь тоже пока не будем рисковать. Хотя, в принципе, все нормально. Все, пробегаем быстренько. А-а-а! Как она быстро включается-то, ё-моё. Так, все, ждем здесь.
Пока выключится видеокамера. Так, все выключилось. Забираем, все, уходим. Так, теперь здесь ждем, когда выключится. Просто ждем. Все, выключается видеонаблюдение. Ох, чуть-чуть я поспешил. Мы-то находимся в тюрьме, ребятушки, так что надо аккуратненько с этими всякими видеокамерами-то пробегать. Так, ждем. Все, тут все потускнело, убегаем. Все, прошли мы этот уровень, 92-й, очень сложный был. Так, 93-й, туда и сюда. Угу. Так, ну это вроде бы несложно. Главное, чтобы нигде меня не придавило. Так, все, пробегаем сюда. Туда и сюда. Ну, понятно. О-о-о! Так я и думал, что надо будет бегать, прыгать. Так, вот, и теперь на третьем уровне. Хорошо. Потом, где оно появится, неизвестно. А, все, открылся замочек. Теперь пробегаем. Так, сильно спешить не будем. А то поспешишь, людей насмешишь. Ух ты, а тут как? А тут интереснее уже будет, ребята. А, нет, все нормально. Прошли мы этот уровень. Уровень мусор. Ага. За этот мусор мы цепляемся и умираем. Так, а ну-ка, но этот мусор не двигается. Ага, что ж делать-то? Ну, это какой-то вентилятор. Его, может быть, надо поочередно открывать. Ой. А ну, подожди. Возможно, надо какую-то штучку... Нет, смотри, от всех умирает. И даже от вентилятора точно. Точно, да, от вентилятора умирает. От всего умирает. Я думаю, здесь какая-то последовательность сбора есть. А может быть и нет. Фиг знает, короче. Ух ты, я за что-то зацепился все-таки, да? Ладно. Будем аккуратненько. Так, главное за вот эту маленькую штучку не зацепиться. Все хорошо. Об колесико. Так, а здесь как у нас? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как оно все близко-то находится. Да, ну, вроде бы открылось все. Мусор, странно, я думал, что-то надо собрать. А это просто мусор, к которому нельзя прикасаться. Так, ребята, новый уровень, светофор называется. А, вот, смотри, желтым загорелось, красным теперь горит. Красный, типа, по красному можно бежать, да? Ага, да. Смотрите, когда загорается светофор? Желтый. Активизация всего желтого. Красного. Вот здесь я все пробегаю. И зеленый сейчас ждем. А, нет, желтый. Так, зеленый. Блин. А ну-ка. На, ну он просто неактивный. Красный, так, теперь вот эти загорелись. Желтый. Так, ну, блин, желтый я не смогу добраться. Так, зеленый. А, все, понятно. Понятно, теперь ждем красный. Красный, ребята, бежим быстрее. Так, желтый опять. Ждем красный цвет. Так, желтый, ждем, ждем. И сейчас красный. Все, красный. Поехали быстрее. Так, желтый. Зеленый, забираем ключик. Ждем красный. Так, все. Красный, все, пробегаем быстренько, пробегаем. После красного желтый. Так, аккуратно. Зеленый, все. Все, и уходим. Уходим с этого светофора. Так, а это что такое? А-а-а, нифига себе, что это за такое? А, это у нас босс, ребята. Это, ребята, у нас босс. Надо, чтобы он нажал на какую-то кнопку, я так понял. А, нет, нифига. Давай сюда. Нет. А, может быть, мне надо нажать успеть на желтый. Так, что я сделал? Непонятно, что я сделал, ладно. Ух ты! А-а-а, теперь надо, чтобы он рукой дотронулся до вот этой штуки. Ой, отлично, отлично. Так, теперь желтенькую опять включаем. Появляется у нас вот эта штука.
Потом мы включаем вот эту штуку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, вот так вот. Походим. Опа, давай, взорвись. Хорошо. Еще раз. Так, вот у нас бомбочка. И давай еще. Все, босс повержен, ребят. Вот такой вот босс был интересный. Ну, а мы уходим отсюда, от этого босса. И у нас новый уровень какой-то, ребятушки. Вот этот уровень мы с вами будем все-таки в новом ролике будем делать. А на этом ролике будем заканчивать, дорогие друзья. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, пишите, передавайте привет. Всем пока-пока, до новых встреч.